Крупную находку обнаружили удачинские горняки. 21 апреля из руды трубки «Удачная» они извлекли большой кристалл. Алмаз весом около 93 карат. Кристалл оказался октаэдрической формы, с небольшими природными и механическими сколами на гранях и вершинах. Имеются также включения и трещины. Камень прозрачный, с видимым желтым оттенком. Качество ювелирное. Это уже шестая находка обогатителей удачинского комбината в этом году.